Сегодня стало известно о том, что управление городским хозяйством заключило договор на ремонт дорожного полотна на участке от 21-й котельной до супермаркета у привокзальной площади. За работу возьмется Мурманское дорожное управление. Контракт с этой компанией уже подписан. В ближайшее время на объекте должна появиться техника. По договору привести в порядок участок дороги подрядчик должен до 15 октября текущего года.